Значит, что происходит с нашей психикой, когда она не видит будущего? Будущее – это то, что манит психику. Значит, мы придумываем наше будущее как цели, как нечто желанное. Когда у вас есть это желанное в вашем образе восприятия мира, да, в вашем воображаемом будущем, то ваш мозг выделяет дофамин, который подталкивает вас к достижению результата. То есть, если вы представляете, например, что вы там сейчас вот активно поработаете, у вас будет возможность после этого там поехать куда-нибудь на отдых, и вы об этом мечтаете, и это ваша такая греза куда-нибудь поехать, я не знаю, Рио-де-Жанейро, так сказать, и вы про это думаете, то каждый раз, когда у вас появляются какие-то дополнительные средства, которые вы зарабатываете и откладываете на этот отпуск, у вас выделяется дофамин, который вам говорит, что вот-вот, награда впереди.